стали экономичнее и в то же время мощнее, чем у предыдущей версии. Также произошло обновление трансмиссии. Морально устаревшие коробки передач сменили более современные и четко работающие шестидиапазонные механическое и автоматическое КПП. Позже произошел снова едва заметный снаружи рестайлинг. Появились новые ручки дверей. Также началась сборка в Калининграде. Новая модель была представлена в 2013 году, а с 2014 она появилась в автосалонах. Под капотом можно найти бензиновые двигатели 1.6. Их мощность 124 и 129 лошадиных сил. Также бывает дизельный мотор 128 лошадиных сил. На автомобилях, импортированных из США, можно встретить двухлитровый бензиновый мотор 140 и 166 лошадиных сил. Дизельные Соулы очень радуют по расходу топлива. В смешанном цикле получается 6-7 литров на 100 километров пробега. А вот бензиновые, к сожалению, подобными результатами похвастаться не могут. 8-9 литров у машин на механике и ближе к 10-11, а иногда даже 12 у машин на автомате. Но у дизельных машин свои проблемы. Из-за некачественного топлива зачастую выходит из строя форсунки.